Песня Эгля, сказочника из Алых парусов, который, собственно, придумал для Соль всю эту историю. Привет, меня зовут бродяга Эгль, я расскажу одну историю, ее я нахожу необычайной, я такого не встречал. Все было в Каперне, селении на берегу морском, и там я, заплутав когда-то в сумерках, искал, когда нацелится мой глаз на верный галс. Я шел и удивлялся тусклым взглядом рыбаков, там не случалось ничего и никогда. А мне придумать бы историю и все, придумать бы историю и все. Лангрен, он независим, нелюдим, соседи знают, он другой неровнее им. Когда Лангрен домой из плавания вернулся, он застал свой дом пустым. Малютка, дочь, а Соль теперь единственная, кто осталась с ним. Вот Мэнерс-младший, что зазывает вечно в свой трактир с крыльца. Все говорят, Лангрен убил его отца, и слухом помнится об этом вся округа. Его отец был ростовщик и своего не упускал, и в каждом деле всякой выгоды искал, и как-то в шторм Лангрен спасать его не стал. А ты понять, в чем дело, хочешь, все-таки изволь. Его шантаж и свел в могилу мать, а Соль. Ну а теперь уже суди об этом сам. С кого мне рисовать свою картинку? Кого взять за руку в историю ввести? Не зря же завелась сюда тропинка. Найду ли я того, с кем будет по пути? И что здесь все-таки должно произойти? Дочка Марикана, такая на белом свете есть, наверное, всего одна. Вот я ее увидел и придумал тут же сказку ей о чуде, что когда-нибудь, наверное, придет сюда за ней. Там пай, дарам, папара, пара, 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 пай, дара. Среди нас, и вот теперь она не сводит с моря глаз. Пара па пара 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 ра па ба ба. Пара па пара 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 ра па ба ба. Пара па пара 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 ра па ба ба. Пара па пара 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 ра та 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 та. А там посмотрим, как пойдет. В ее глазах написано, она с рождения чудо ждет. Она поверила, поверила и в этом Соль. Открыла в сказку двери мне ты, девочка, Соль. А ты, кому отдашь ты сердце в этом городке? Кому примкнешь, когда окажешься в толпе героев, странников, дельцов и моряков? Поверишь тем, или может тем, рассудку трезвым, избыточной мечте, идти со мною ты за сказкой в путь готов, или воскресенье?
двигаешь. Нет, ищите дураков. Пара-пара.